Хабар 24 продолжает рубрику «Нам по плечу», в которой люди делятся своей историей вакцинации. Рассказывают, как прошла иммунизация, что именно мотивировало сделать прививку от COVID-19. Публикуйте свои истории вакцинации в социальных сетях с хэштегом «Нам по плечу» и вы, уважаемые зрители. А мы обязательно сделаем репост в наших официальных аккаунтах или покажем вас в республиканском эфире. Ну а сегодня своей историей с казахстанцами поделилась наша соотечественница, всемирно известная оперная певица Мария Мудряк. Дорогие казахстанцы, сегодня наш мир преодолевает страшную эпидемию коронавируса благодаря тому, что наконец-то была создана вакцина от этого грозного заболевания. Сегодня у нас есть надежда, что мы все вместе можем полностью обезоружить этот вирус во всем мире. Для этого нужно сделать смелый шаг, сделать прививку, как сделала ее я. На сегодняшний день я получила вакцину «Спутник» этой весной в Казахстане и недавно уже ревакцинировалась прививкой «Модерной», так как сейчас нахожусь в Италии. Это позволило мне быть в отличной форме и вновь выступать на оперных сценах мира. Поверьте, что делая прививку, вы не получаете те серьезных побочных эффектов, которые случаются, если человек переболеет коронавирусом. И это не реклама и не агитация. Это мой личный опыт, которым я хочу поделиться с вами. Желаю вам здоровья и сделать правильный выбор в вашей жизни.